Всем привет, кто смотрел меня и смотрит. 17, нет, это 18, 18 прохождение Ори. Я прошел мистический лес, и сейчас у меня идея, у меня следующая, короче, миссия. Мне нужно попасть вот сюда, вот эту ледяную пещеру. Я так понял, оно будет аналогично вот этому дурацкому дереву, которое я тогда поднимался. Только мне надо будет сделать это по пещере, подняться. Вот. А это плохой зараза. Раз. Посмотрел еще пачку ачивок. Эх ты. Вот. Там надо поубивать кучу. О. С помощью, короче, вот таких вещей. А это не катит. Блин, мне надо где-то жизни восстановить, а то я что-то их как-то просадил тут сильно. Оп, окей. Угу. Так, сюда я как бы не могу. Да! Нет, нет, Ори, не туда ты это делаешь. А, еще надо привыкнуть к тому, что у меня теперь появился, типа, этот shift, я могу лазить по деревьям. Ну, не только по деревьям, много почему могу лазить на самом деле. Ну, типа, вот так вот. Ах, какой хитрый. Да ну! Ой, ты ж, я его сейчас долбану, так вот он так. Эп! Ха-ха, я тоже так могу. О-о-о, хватит, хватит. Сейчас еще добьют меня. Так, окей, надо сохраниться и потом их бомбить уже. Ха-ха-ха. Так, этого братишку надо, наверное, вот так вот, да? Долбануть разок. Так, еще раз сохранимся. Пы-бым-пы-бым-пым. Это лучшее средство против вас. Ой, фух, чуть не взлетел. Странно, у меня остался только вот этот вот, вот эта штучка. Но по идее я еще должен научиться кидаться камнями, судя там по ачивкам как-то. Да ну. Или я эту штуку забирал? Не забирал ее. Видишь, какая урона. Так, сразу же сохраняемся. Нет, ты елки-палки, блин. Давай, шуй. Не хочу с тобой тут играться. Окей. Нет, промазал немножко. Пырищ, пырищ. Пью-пью-пью. Давай. Карта, которая у меня и так есть, собственно. Все открыто. И там я был, где эта штука на нычку. Не надо мне рассказывать, что не был. Все, паук.
сегодня не твой день. Это что было такое? Что за хрень? Как оно меня зацепило, блин? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чё за, блин, дикая... Жесть, я везучий на такие моменты, где, казалось бы, блин, Ори должен победить и не париться вообще по этому поводу. Но я почему-то умираю постоянно. Давай. Сотый раз уже это делаю. Окей. Путь. Ставим эту карту. Надеюсь, я их все найду. Мне за них со всех дадут ачивки. Дурацкий паук. Нет. Да, вот так вот победит дружба. Где этот жук сверху, который меня надамажил? Ненавижу, блин, сейчас долбану. Вообще не получил, получается, он урона. А сосед его помер. Ну черт с ним. Сейчас я хитрец. Оп! Не хочешь со мной сражаться, но так и не сильно по жопе надавить просто. И вот в прошлый раз я погиб, вот тут где вот этот, блин, еще один заспавнился, этот, чертов, блин, попрыгун. Оп, вот сюда надо сходить точно. Блин, тут была штучка, я помню. Хоть жизни возьмем. Ни одного кристалла, ни одного. Это какое-то издевательство. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да чё за... Ого, чувачка как раз колбасил. А, вот он один, точно. Слава тебе, господи. А, у меня ещё побилка. Я теперь 4 спина восстановлю вместо 3. Да, да, я сохранил ее. Да, то, что как его зелено встало во льду. Те, кто не ушел, отплатили своей жизнью. Окей. Все. Можно идти в этот жесткий, я чувствую. Да, 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 да. Очень-очень жесткий, типа. Fallen Ruins. Гуман Лив. Да-да-да, вот, собственно, вот эти чувачки. Вот они позамерзали. И тот, который у меня изначально там стыбзил какую-то сферу. Вот он. Ну, его, братюшки его. They will build miracle structures and infuse them with the light of the spirit tree, which keeps them safe. Да, вот, собственно. Свет этого дерева. Ну. Да-да-да. Они замерзли, не убежали. Когда элемент ветров потерял свой свет. Типа это руины превратились в их могилы. Ясно. Я надеюсь, где-то здесь. Ой, йоу, воу, воу, воу! Что это за дичь? Короче, сохранимся. Все, сто пудов. Туда идти нельзя. Но я чувствую, я вернусь, типа вот. Слышите, да не, братюшка. Не катит такая система. Я ж типа умный.
И сюда нельзя, да? Окей, окей. Сейф, зон. Надо бы пусть этого момента сохраниться. Гуманы были крутыми изобретателями. Они видели будущее, которое никогда не придет. Точнее, не пришло. Посмотри на сосуд света, в котором они хранили свет от дерева духов. Так. Ветер типа умный. Я сохранюсь назад. Вот. И после этого можно идти. Насколько я узнал, вот эта штука, вот она вот замораживает лаву. Уч! Угу. Пусть. Да ну! What the fuck? Какой-то странный шарик, если честно. That was to activate. Use to activate walk over Gumon structures without taking damage. О боже, я понял, как эта штука работает. Пока я с ней иду, я как бы... Ну понятно, оно замораживает этот, но я типа иду как по поверхности в данном случае. О боже мой. А! Стоп. Типа, для того, чтобы идти вправо, нужно идти влево. Ну вообще бомба. Все, иди, плохой. Как туда? Короче, я понял. Погнали, окей. Черт. Ну, система понята, как бы теперь будет играть легче намного. Оно замораживает вот эти вот вещи, это понятно изначально было, но оказывается, теперь я иду как будто вот сейчас по обычной поверхности. Что самое забавное, чтобы идти сейчас вправо, я жму кнопку влево. Так, давай тебя задолбим, потому что ты мне покоя не дашь. И он еще какое-то время. Так, наверное, все-таки стоит здесь вот сохранить. Ёбаный стыд. Что за дичь? С этим пауком вообще невозможно там справиться. Чё, тайминг не рассчитал чутка. Вот. И главное, забавный момент. Он типа... Когда ты... Получается, типа вот об эти штырьки ледяные... Надо, блин, сохраниться, я заманался. Вот эти штырьков, почему-то когда ты на них напарываешься, ты потом назад отпрыгиваешь. Что, кстати, очень не в тему. Так, давай. Go. Ori and go. Иди в задницу. Есть, победа. Где там шарик? Слышишь, падай, братюшка. Блин, надо сохраниться по-любому. Вот тут. Короче, чё парить мне? Как бы его взять? Да не буду я мучиться. Все, система ниппель, все ясно. Я теперь выживу и пройду этот дурацкий уровень.
Гравитационные ловушки, блин. Жесть. Ну я опять на самом деле схитрю. Мне надо сейчас опустить его будет. Я оп, взял. В прошлый раз мне нужно, ну типа, предыдущий мне надо было на самом деле идти, наверное, сюда вот. Там как-то прыгать туда-сюда, но я этим заморачиваться не стал. Вот. А теперь мне надо, блин, хитрый как-то. Ой, нет! Ох ты, елки-палки, блин, эти гравитационные ловушки. У меня сначала ушло кучу времени на то, чтобы понять, как они работают. Или точнее, то, что от меня хотят разработчики для прохождения игры. Оказывается, надо там будет хитрожопить с направлениями. Вот. Ну, здесь мы сейчас опять схитрим. Оп! Взяли. К предыдущим я запрыгивал через свои эти шарики. Но мне надо было идти сюда на самом-то деле. Ну, типа, как по задумке. Вот. Оп. А теперь мне надо идти вот сюда. Вот сюда и сюда. О да, сохранится. Да, боже, я сюда дошел наконец-то. Так, вот этот камень. И... Чё, как туда попасть? Ух ты, блин, как все сложно. Да, я сохранился. Так, стоять, нет. Стоять. Спрыгнем сюда, типа. А потом назад, да? Потом сюда. Блин, нет, ты чё, прикалываешься? Ори, кто так делает? Никто так не делает. Засранец. Впорол мне сейчас пачку жизни. Ага, я вижу. Телепорт! Целевой телепорт! Это жизненно на халяву. Там Сергей, есть что-то интересное? Нет, ничего интересного. Ага, по-любому. Мне надо, короче, идти сюда. Окей. Нормально, это еще поправимо. Чик-чик. Оп. Еще один сейф. Боже мой, это прекрасно. И жизни, и все, сохранилки, все есть. Все, блин, батя вообще. В доме или как там. Оп. Батя в доме, теперь можно рулить процессом, на самом деле, круто очень рулить. Иди сюда, ты, все, идите сюда. Я такой вообще крутой. А че я должен вдруг идти? Лезь куда-то. А, он на это напоролся. Ха-ха-ха, глупец. Ну давай, че ты? Так, надо сохранить. Все. Что-то у меня все равно с направлениями иногда сбивается. Но настроение из-за, короче, сохраненных хер просто бомба. Уи-у.
Ха-ха-ха. Глупец. Так, ну я так понял. Типа мне его надо будет. Так, ну надо так. Там хитрая система, блин, мощно. Так, во-первых, надо просто прыгнуть. Со своим чертенком. Ать. Сохранимся. Че они могут. А, так это сейвинг зона, да? Тихо-тихо. Надо рассчитать жестко. Оп, ах ты засранец! Он по мне стрелял вообще. Кем ты себя считаешь? Так, а теперь надо не провтыкать, он меня там пожарит. А не может меня там пожарить. Окей, на игловую пазу. Ну вот, кристаллов как кое-чего. Тушишь по-любому, вот какой-то секретик такой, да? А чё, кстати, парюсь? Окей, ну зачем вот эта штука? Пы-бым-пы-бым. Кстати, да, надо будет поубивать чуваков этими заряженными атаками, тоже за это ачивку какую-то дают. Хоп! Сохраним. Оп, куда я выхожу? Все? Гума, давай. Гума. Ну-ну. Он мне сейчас жопу какую-то будет строить. Или все-таки поможет, а? Засранец. Сейчас опять надо. Он поставит его? Он нормально поставит. Окей. Все, центральное отопление включили. The shrine must power the old head build. Look at now, look what it did. Ты что она сделала? Ну чё, запитаем сейчас я это дело. Жесть, у него такая печаль в глазах была только что. Такая печаль вообще. Когда у нас затемнился экран. Вот я никак не привыкну еще к той мысли, что... что я могу на самом деле вот держаться. У меня привычка отпрыгивать постоянно. Вот еще один парень. I wonder if we know of their fate. I hope he can forgive us that we leave and they gone. Чего? Что мы выжили, а они типа умерли? Так, тут надо дождаться ближнего. Вот этого. Ать. Чё снизу? Жесть, блин. Чуть ближе подошел, поджарил. А вот этот ближний, когда начал стрелять, только тогда я могу сюда перепрыгнуть. Ать, иди сюда. Ой, тихо, тихо. Этот меня поджарить не может здесь, зато другой может. Так, все. А теперь вопрос, как мне
вернуться. Опять типа во время этого. Ух ты, ёлки-палки. Короче. Unsafe zone, да вы чё, прикалываетесь, блин, какой unsafe zone, всё бомба, чуваки. Жесть, там немного сейчас протупил, надо было. Наглость свою поубавить, ну, в принципе, ничего, так нормально. О, я теперь могу по стенкам прыгать. И надо было, наверное, все-таки, во-первых, взорвать ее, во-вторых, оказывается, здесь есть жизненная ячейка, что важно. Вот это я не пойму, что за чего. Боже мой, да это же этот, мидбой, да? Стоять. Вот это вот, чувачок. Ха-ха-ха, лол, замерзший. Че это такие, может, оттуда какие-то цветочки специальные? Что за штука, мне как отсюда выбраться? Миссия пришла. Пофиг. С потерей жизни, но я выбрался. Давайте вы там ходите потихонечку. Я сейчас спокойненько. Никуда не спеша. Пойду наверх, выберусь. Все? Батя все уже взял. Так, сохранилочка здесь. Все, сяпки. Какие-то секреты, нычечки, явки, ставки нету. Окей. Ну, это какой-то их гумобок. Element of winds lies before us, stored in the heart of the place. Элемент ветров прямо перед нами. Это сердце этого места. Ну-ну-ну. О, гума, чувачок. Помоги мне. Да, все, что их осталось, напоминает их не судьбу. Да, он всех потерял, все плохо. Bring back the light for Nibel and the memory of the Gumon. Let us restore the moment of the winds. Ну давай, восстановим, как бы, ну, типа, логично, давно пора. По-моему, я включил отопление. Ужас, блин. О, стоять. Что за... А. А, то тут вообще понты. А, стоять, стоять! Нет, нет, нет!
Ишь какие, хотели меня это одурачить. Unsafe zone, да сколько можно, уже safe zone, чуваки. Да, да, все, я сохранился. И на этом, я думаю, стоит закончить, так как, типа, и так времени уже потрошили, было не зря. Наверное, стоит зайти в обилку 3 и что-то пообщаться. Да, спасибо за... Блин. Окей. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Если понравилось, комментируйте. Собственно, я хочу какой-то фидбэк для того, чтобы делать видосы лучше. Собственно, если кто-то реально досмотрел до этого момента, значит, это ему важно. То есть кто-то потерял свое время, и реально я ему благодарен за это. Я смотрел, какие там есть на самом-то деле ачивменты. И там куча ачивментов всяких пооставалось, типа... добить как бы вот эти деревья, ну то есть ветки, ветка там на мастерство, souls combat, все типа 3 ветки освоить, какие-то там ни разу не умереть, там убить там 50 раз с помощью кидалки, там заряженный типа чарджем кого-то бахнуть, ну такие по мелочи вещи, вот этот чардж. И надо их типа доделать, и параллельно как бы уже, я так понял, я дохожу к концу игры, и надо бы мне на самом-то деле очень жестко сейчас это контролировать. Потому как я могу пройти, а щеки не выполнил. Ну, мне это не критично, но все-таки. Есть люди, которым очень критичны такие вещи. Как бы я к таким не отношусь, но мне бы было приятно какие-то себе челленджи поставить. Все, спасибо и пока.